Привет! Я что-то совсем забыл, что надо записывать влог. Должен был вылететь в Читу, но наш рейс задержали на 3 часа пока что. Ну и плюс 6,5 часов лететь в Читу. Приколите, просто все рейсы норм, и только мой рейс задержан. Посадка, надо валить. Как? Диджей Киду! Блять, нихуя не вижу. Бирячки! Здорово. Я добрался до Челябы. 10 часов. Челяба, здесь вот Оливер. А, Чита, да, блядь. Брат, до Читы добрался. Не обессудишь ты. Вот. Местные жители. Спасибо, брат, за подгон. Грамотная книжка. Пока буду лететь в Москву, понял, зайду в самолет одним человеком, выйду другим. Здравствуйте, мы на Казанском вокзале. У меня поезд мой едет в Сухум. Я бы сейчас с большим кайфом в Абхазию забурился. Покайфовал там на море, езжу. Самые нелюбимые места. Это вокзалы, потому что тут всегда воняет куча всяких, блядь, бичей, бомжей и грязно. Отправляюсь в Рязань. Слышите? Рязань-1 прибыл, походу на нем я и отправляюсь. Обычно в Рязань за мной машину присылали, но что-то в этот раз не прислали. Но с другой стороны, в поезде даже пизже. Достал ноутбук, книжечку почитал, музончик подготовил, поспал, если захотел. Так, поезд остановился, у нас 2 минуты. Ну ничего, мы успеем. Здрасте. Второй раз лечу в Ижевск. Первый раз я там обливал все, что только можно было. Надеюсь, второй раз будет все хорошо. Не надеюсь, а я уверен, что все будет хорошо. Лечу, кстати, до авиакомпании «Победа». Касаемо меня пока все отлично, потому что я просто с сумочкой под ноутбук. А я вот сижу и вижу, как дрочат людей, которые идут на посадку. Это, конечно, забавно. Часть вторая, графит, блядь.
Теперь я себя охуительно чувствую, блевать не буду, блядь. Это заебись. Кстати, авиакомпания «Победа» превзошла мои ожидания. Косяков вообще не было, в принципе. Мы вообще прекрасно долетели. Здрасте. Спал я весь полет. Единственное хуёво, что спинки кресел не откидываются. И вот, типа, 2 часа лететь, ну, еще более-менее. А вот я не понимаю, как люди там в Дубае 5 часов летят, когда у тебя нахуй позвоночник в трусы уходит. За гастроллера выпьем. Гастроллера. Гастроллер в топ. Гастроллер топ, топ. Кто не смотрит, тот салат. Киди, ты как давно с контроллера играл вообще? В прошлый раз концерт был, а в этот раз день нефтяника. Сегодня я полон силы и энергии, надеюсь от вас получить взаимность, максимум шума энергии и крика всего от этого. Мы сегодня выиграем на самом удачном! Мне нравится. Можно, если что, его сжечь. Я прилетел в Сочи. Сегодня мы шатаем Лазаревскую. Это 1.5 часа по серпантину от самого Сочи. Да. Вот это грамотная тема, будка караоке. Ты, если уёбок, идёшь по Черноморскому побережью и думаешь,
хочу спеть, блядь, чтобы все не слышали твою хуйню. Ты зашел вот сюда и там сам себе поешь. Можешь вон друга посадить, можешь вообще наушники надеть, в наушниках петь. Грамотное изобретение. Как тебе нравится, Олег? Ты пел уже? Нет. А ты, Олег, пел? Так, это некрасиво. Вот такое утро. У ребяток пиво, у меня рыбка. Блять, охуенно вообще. Олег! Что за лакшери лирик? Вон море, кстати. Спасибо Лазаревской, мы сегодня неплохо зажгли. Короче, пацаны мне прожужжали все уши. Типа, бля, мы ждали, что ты приедешь. И типа, мы думали, что ты наебенишься, и мы с тобой наебенимся, и вообще будет пиздец, типа, ба-ба-ба. А по факту, типа, ты приехал, там пару коктейлей выпил, и типа, и все. Ну, что-то, короче, не знаю, не прет меня бухать. Не хочется, блядь, болеть, просыпаться на следующее утро таким, типа, мне плохо. Все, чуть-чуть выпил, и то я бы не пил. Я просто посмотрел на танцпол и такой, типа, блядь. Понятно, надо, конечно, видимо, чуть-чуть выпить. Короче, я вообще, когда в Москве начал после карантина играть, меня прям перло, я прям такой, уа, там русская всякая хуета, там. Короче, от всего это, когда отвыкаешь, тебя это заряжает, вот. А сейчас, спустя сколько уже, 2 месяца я катаю, уже заебало одно и то же, блядь. Одни и те же хиты, которые играют везде, которые играют все, под которые танцуют все, и типа, ну, напрягает. И типа шаг вправо, шаг влево, чуть-чуть народ начинает, типа, ну, что-то такое. Олег. Там, конечно, плотничком так, но в прошлом году было намного больше. Прям жестко было. Прям было жестко. Кто-то. Ну, фас. Вот так. Красиво же. Домики такие приятные, гостиницы. Еще если названия все стереть. Типа здесь еще неплохо, там Олимпия, Холидей. Но вот там, конечно, названия веселые. Сегодня 13 сентября 2020 года. И буквально недавно я узнал, что мой друг и коллега Серега Бейсик умер. Мы работали с ним достаточно давно и дружили давно. Вы можете его знать по его музыке. Его никнейм был Мистер Бейсик. Он был арт-директором и музыкальным директором Микс Автопати. Он полетел на гастроли в Крым. Получил по голове камнем или кирпичом, который был предназначен для него. Впал в кому. И спустя несколько дней пришла вот сегодня новость, что он умер. Я хочу вас попросить помочь его семье, потому что у него осталась дочка, у него осталась жена, у него осталась ипотека. Деньги будут не лишними. Я не знаю, насколько тяжело будет его семье без него. Но если у вас есть возможность, помогите. Че, Лазаревская закончилась? Двигаемся в Сочи. Я приехал в Олимпийскую деревню в Сочи. Здесь, конечно же... Я не снял номер в Лазаревской, походу, забыл. Ну, короче, вот это по сравнению с Лазаревской 5 звезд. В Лазаревке 2 звезды. Знаете, эта тема с организаторами, когда начинается вот это слово, типа, слушай... Я такой, типа, так, ну-ка, что там, блядь? Я говорю, ну, типа, номер на 2 суток бронировали, потому что я вчера не играл, в субботу играл. Они говорят, короче, у них номера все заняты, и, типа, завтра в 12 у тебя выселение, а следующий номер только в 6 освободится. Я говорю, ну, окей, без проблем, говорю, программу мне придумайте на день, типа, я проснусь, пойдем там покушаем, что-нибудь поделаем.
Вот, и мы с Олегом Петровым, короче, ходили, гуляли, все такое. Короче, первый номер, в который я поселился, блядь, дверь открываешь, воняет нахуй сыростью, какой-то залупой. Админ говорит, надо дверь открыть, проветрить и этот кондиционер включите. Ну, я, короче, все сделал. После клуба прихожу, то же самое, только, типа, прохладно после кондея. И я ложусь спать, а там, типа, одна сторона ровная, а на второй стороне такая яма, короче, в матрасе. Ну, типа, продавленная, не знаю, в матрасе или в кровати, ты, короче, скатываешься в нее. Ну, думаю, ладно. Похер. Переехал во второй номер. Второй номер, типа, поприятнее. Он такой двухкомнатный. Меня удивило то, что свет в спальне включается. То есть ты заходишь, так попадаешь в зал и, типа, налево уходишь, там спальня. И, короче, чтобы вы понимали, свет в спальне включается возле входной двери. Я такой, блядь. Короче, я захотел в туалет. Смотрю, нету туалетной бумаги. Я звоню, короче, а нету нигде ни телефонов, ни номера ресепшена. Я в интернете ищу номер отеля. Звоню, говорю, здрасте, говорю, я у вас только что заселился. Он такой, да-да. Я говорю, у меня, бля, в номере туалетной бумаги нету. Говорю, вы не могли бы принести? Он такой, я не могу. Я говорю, ну, она здесь как бы должна быть. Он такой, я не администратор. Типа, попросите администратора, он принесет. Я охуел с такой вежливости и приветливости в отеле. Отель, если что, называется Holiday, на всякий случай. Я хуво знаю, думаю, где этот администратор. Спустился вниз, короче, заказываю себе кофе. И там тусит официантка. Я говорю, а где администратор? Она говорит, на ресепшене. Я говорю, ну, то есть... Там, говорю, это один человек, который телефон берет, трубки заселяет, он же администратор. Она такая, ну да, типа, он один. Я думаю, блядь, ты не мудак? Типа, блядь, какого хуя я должен ходить искать туалетную бумагу, чтобы посрать нахуй полчаса? Ты, блядь, если ты администратор, или ты хуй в пальто возьми, не знаю, там, помощнику своему скажи, или позвони, ты же руководишь отелем, скажи, Вась, принеси там 6-й номер туалетную бумагу. Я должен ходить искать? Короче, какой-то уебок. И отель говно. Начал читать уже вторую книгу. Бомба. Всем рекомендую. Вот, вот на что можно променять море. Так, ну это Адлер. Здесь кайфовое место. И там кайфовое место, где я сегодня буду играть в винограде. Здесь куча всего. Чихана, сыроварня. Засаундчекился, все посмотрел, все готово. До выступления примерно минут 40. Сейчас быстренький перекус. И разматывать супергероев. Вот они, есть, вот там тоже они, и вот там они. Играл, сходил еще раз в душ и пришел на вокзал. Теперь двигаюсь в Ростов. Олимпиаду, конечно, грамотно готовили. Я смотрю, тут уже потихонечку на эмеретинском курорте вокзале разваливаться все начинает. Какой-то, блядь, они вход ебанутый сделали. Все в заборе. Типа, короче, какая-то дичь. Неудобно очень. Теперь мне надо вот на этой движухе 8 часов ехать.
Но мне очень сильно надо в Ростов к утру.